Вчера в Акимате области были обсуждены вопросы дальнейшего развития двух успешно реализованных проектов по повышению доходов населения. В совещании приняли участие глава региона Бердыбек Сапарбаев и вице-министр сельского хозяйства Нурбек Дайырбек. Отметим, что один из проектов – это пилотный проект, инициированный Аскаром Мырзахметовым. Второй – проект «От поля до прилавка». В 2019 году по предложению Аскара Исабековича впервые в Казахстане был реализован пилотный проект в Жамбылской области. Соответственно, в целях развития 11 населенных пунктов из 10 районов региона на проект по 5 направлениям из казны выделено 9 миллиардов тенге. Инициатива показала положительный результат. Доходы населения увеличились в 2 раза. Увеличились количество сельских жителей, эффективно использующих приусадебные участки. Уменьшилось количество получателей адресной социальной помощи на 490 человек. В свою очередь, глава региона отметил, что главная цель – повышение доходов населения, а также необходимость реализации данного проекта в других регионах страны. Также в ближайшее время будет предложено продолжить проект еще в 20 населенных пунктах региона, потому что у людей есть желание, чтобы проект продолжался. Интерес со стороны министерства тоже высок. По 5 направлениям, которые развиваются в рамках программы повышения доходов населения и в части снижения количества безработных, создания новых ЛПХ, создания новых кооперативов, покупка техники, покупка семян, повышение продуктивности, повышение урожайности, производство, конечно, и кормовых культур в первую очередь, как основу и базу для развития животноводства. Вот, а также вот сегодня мы посмотрели теплицы, это очень впечатляет, Бердыбек Мажбекович, поэтому хотим изучить этот опыт. Если есть какие-то совсем, мы уже нашли вопросы, будем, конечно же, с другими странами, госорганами решать, принимать решения. Ну, вот, видим потенциал дальнейшего наращивания этой программы в области. Вот, поэтому есть только одно пожелание, то, что сплоченно в команде мы эти еще 2 дня отработаем, сделаем отчет письменный. Вот, и я так понимаю, в ближайшее время уже отчет правительства будет направлен. Следующий проект, показавший свою эффективность – проект «От поля до прилавка». Основная цель данной инициативы, реализуемой в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях – снижение стоимости продуктов питания до 10-20%, стабилизация цен, сдерживание спекуляции. От государства на это выделено 1 миллиард тенге. Однако о том, что будет ли проект продолжаться или нет, будет известно в ближайшее время. Но у нас есть большой недостаток. Программа не доходит до конца. Результата не видим. Благодаря этим проектам мы вышли из кризисов. Также Бердыбек Сапарбаев отметил, что социальные магазины, связанные с крестьянскими хозяйствами, должны быть везде. Главное – эффективно использовать имеющиеся возможности для того, чтобы каждый сельский житель мог обеспечить себя продуктами питания. Вопрос, продолжится или нет данный проект, будет рассмотрен на предстоящем заседании правительства. Ернар Сегизбаев, 77 News.